Ребят, всем привет! Ну чё, короче, кто не знает, как ехать со стороны лесоторговой базы, сейчас все узнают. Мы едем, короче, с улицы Дровомышского, ну, проезжаем, как обычно, мусорку, ту мусорку, которая была в предыдущем ролике. Ну, кружимся по городу, поняли? Сегодня хорошая погода, и именно с этого места мы отправляемся к нам на барахолку. Тот, кто не знает, каким образом посетить... А что я сказал? Вот придурок. Тот, кто не знает, каким образом добраться, мы пишем это видео для них. Итак, мы начинаем. Для тех, кто впервые, вообще впервые видят нас на канале, на YouTube. Повернем сюда, хули. Поняли, да? Скажу вам сразу, что все, что происходит на канале, это всего лишь игра. Ни больше, ни меньше. И так играть, как играем мы, не каждому дано. Не каждому дано играть и не каждому дано понять. Потому что правила игры, а их, сука, нет. Поняли? Игра в одни ворота. Это понятно? Значит так. Уяснили, новички, правильно? Не слышу. А оно должно говорить громче. Мы говно! Короче, лесоторговая база с левой стороны, сука. А мы поворачиваем направо. Понятно. И едем в сторону магазина Шериф. Шериф. Ля-ля-ля-ля-лям. Парам-парам-парам-парам. А хули, я не пристегнулся. Непорядок. Хотя я люблю порядок во всем. Кто этого не знает, не придя к нам в магазин, так и нихера не узнает правды. Понятно? Кто-то. Кто хочет прийти покупать, базара нема. Пришли, бабки с собой возьмите. Хорошее настроение. Пришли, короче, потынялись по магазину, поносили, ай, ля-ля-ля-ля, свое хозяйство. В итоге не выбрали. Это не конкретные покупатели. Это вообще не покупатели. Это прихожане. Конкретный покупатель конкретно всегда спросит перед тем, как припереться к нам в магазин. Почему он это делает? Потому что он конкретный, здравомыслящий человек, но еще не покупатель. Покупатель тот, кто уже покупает. Происходит тесный контакт с продавцом. Понятно? Так что не тешьте себя тем, что вы типа покупательные. Опс! Поняли? Чисто конкретно. Позвонили, спросили, что есть. Мы ответили, есть или нет. Если есть, вперед, а-ля улюк на магазин. Если нет, до свидос. Поняли, да? Похиломасочный режим на постоянной основе. Запомните, если кто впервые, те, кто знает, напоминаем, поняли? Все, вот так он. И... хотел сказать еще за тех, кто хочет узнать правду. Приходите в магазин, звоните в домофон и говорите: «Здравствуйте, я пришел!» Или «Я пришла за правдой!» Мы такие: «Конечно! Ну, сука, сегодня неприемный день! Надо было записываться! Поняли?» Звонить надо не в домофон,
А на мобилу, поняли? Вот так вот. Все, порешали, короче. Решение всех проблем возможно не физическим путем, а первое. Сука. Первое. Это ля-ля посправляли, решили все проблемы. Второе. А второго не дано. В комментариях можно. Но зачем лишний раз тратить время на эту сраную писанину? Поняли? Звоните, быстро ля-ля, пришли, товар получили, как говорится, срыгнули. Поняли, да? Вот так вот. Напоминаю всем, те, кто забыл, и тот, кто еще ни хера не знал, подсел сегодня на ролик. Мы здесь никого не заставляем приходить, приобретать, пытаться как бы смотреть с таким напряженным, сука, взглядом, будто бы такое впервые в жизни видите. Поняли, короче? У вас не должно быть недоразумений, недосказанности при просмотре данного ролика. Категория, сука, юмор. Если юмор вы этим не считаете, то нахер отсюда. Покатилась, сука, по Сосюра вниз туда, за маршрутку до конца Ленина. Едем, короче, сейчас по Сосюра, поняли? А ехали мы с Драгомышского, поняли, короче? И если что, мы едем на барахолку. Сейчас покажу, чисто вам конкретно. Хороший спуск, ля, ты, короче, едешь, типа, понял? И чисто на нейтралочке, ля-ля-ля-ля. Ну, поняли, короче, ё. Все дела. Дальше больше. В смысле, больше... Не в смысле ля-ля справляла, а больше дальше товара. Обзоры с товарами. Поняли, короче? Вот это то, что вас больше всего, сука, возбуждает. Потому что у нас канал «Купи, продай». Поняли? Для вас мы ездим, приобретая, продавая. Поняли? Заказ вы можете, сука, товар вы можете заказать просто, набрав наш номер мобильного телефона. И, сука, товар привезем на хату. Ну, стандартный, типичный. Например, 3-литровые банки. Хули их разглядывать? БУ-БУ. Хули. Раз. 20 рублей банка. Поняли, да? Ушла, короче. Дальше. Стандартное что у нас еще? Какой-то, например, новый товар. Термопот. Поняли? Все, хули на него смотри. В интернете глянули, у нас все равно дешевле. Заказали, привезли, доставочку оплатили, все, аля-улю. Привыкайте к дистанционной продаже. Сука, это я как будто себе сказал. Привыкайте к дистанционным покупкам. Поняли, потребители? Аля-улю. Маска, бахилы, напоминаю. Постоянно даже думать не смейте о том, что мы когда-либо... Это все... исчезнет. Нет, не будет этого. Запомните. Вот наша барахолка. Все, ехать дальше некуда. Мы приехали туда, куда мы ехали. Поняли, короче? Мы разгружаемся. Полная машина товара. Битком, короче. Сука, натарились. Охренительно просто. Всем пока.